Здравия желаю. Продолжаем опыты. Вот такой маленький бестопливный генератор по типу ротовертер. То есть два моторчика, один крутит, второй на выход. Работает на импульсах. Поэтому, значит, ток не сматывает. На выходе стоит лампа. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 18 светодиодов. Горит ярко. Слышите, что работает на импульсе? А сейчас схему. Значит, видите, ток не сматывается. Вообще, потому что на импульсах работает. Сейчас схему зарисую. Мотор магнитный 1 закреплен с мотором магнитным 2. Вот этот крутит. Зарядник, значит, включен. 12 вольт. 12 вольт. Так. 0,5 ампера. А отсюда выход, светильник, 18 светодиодов. Ток не потребляет. То есть импульс дается с упрямителя импульс, потом на импульсе он, значит, крутит это, потом, значит, отключается опять импульс. И так бесконечно. Вот видите. Вот сейчас 3,26. Сейчас раз, видите, отключился. Снизилось напряжение. Опять пошел. И так бесконечно. За счет импульсов он, значит, не потребляет тока. Потребление 0. 0 ватт. Благодарю за внимание. Всем удачи и стального железного здоровья.